Пекинес. Такие домики. Кто? То ли женщина, по-моему. То ли стекла помыла. А. Иди, сколько это на диване лежит. Иди правее. В левой стороне, в левой стороне. А, да. Да. Вон, санки. Да. Да? Да тут все спят. Ну, домик какой маленький. Двухуточный спят. Видите? А, вот это? Да. Санки финские. Ну, такой этот домик, такой там. Да, да. Совсем простенький, да? Да. Дороги тут не посыпают песком. Скользко. Из Мурманска, что ли, песок возить с собой к ним. О! Автомагазин. Здесь. Вот самокаты это, снегоходы продаются. Дома сразу рядом гараж. Вот такая машинка маленькая. Мне зимой как-то в ней холодно, наверное, ездить.